Всем щербет, дорогие друзья, и сегодня у нас на обзоре, вроде не хочу еще есть, на обзоре нож, который реально не влазит в кадр. Это ножик Cold Steel Counterpoint XXL, вот такая вот огроменная балалайка. Сейчас я даже сделаю по-другому. Я не любитель мерить всякими мерилками ножи. Но здесь вот придется, наверное, это сделать. Сейчас давайте посмотрим. Так, длина клиночка у нас составляет целых 14 сантиметров. Там плюс-минус. И рукоять около 18. Ну, это просто меч. Двуручный. Вот смотрите, это не шутка. Я одной рукой беру. И здесь вот еще второй. Можно взяться спокойно, просто абсолютно. Ну и давайте пройдемся по конструкции непосредственно ножа. Значит, клипса переставляется на две стороны, как мы видим. Клипсочка такого маленького очень размера по сравнению с ножом. Да? Нож реально в кадры не влазит. Пластиковая рукоять с металлическими лайнерами внутри, фирменный грайвери, пластик колстиловский, ну и знаменитый замок триадлок, или триадлок, как вам проще называть. То есть это такой усовершенствованный бэклок, и усилия нужно прилагать достаточно конкретные. То есть у некоторых людей, вот, которые первый раз его держали в руках, не получилось так сразу нажать и сложить нож. То есть они там пытались, пробовали. Остается на пальце вмятина, видите, да? Вот, смотрите. Оп. Да что ж такое, это камера. Ну, в общем, бороздочку увидели вот здесь на пальце. Присутствует такой упорчик. Ну, я не знаю, упорчик был бы чуть больше, наверное, это уже 100% было бы холодное оружие. Также шпинек, который можно перекрутить на другую сторону, переставить. Камера, да что ж ты отказываешься фокусироваться? Ну, надпись Тайвань на клинке. Ну, все вы прекрасно знаете, что Cold Steel держит свое производство в Тайване, так и в Японии, так и в Соединенных Штатах. Сталь на ноже используется AUS 8. Здесь мы видим обух сужается, но все-таки это не кинжал, хотя очень похож. В принципе, неполноценный кинжал, скажем так. Ну, я не знаю, я вот смотрю на этот нож, у меня как-то мысли даже в голове путаются. Видео получилось вот из склеек. Я не могу сформулировать свое мнение об этом ноже. Использовать его где-то в бытовых целях, ну, нереально. Вообще, ну, просто нереально. Никак. Использовать его на войне, ну, тоже, наверное, нереально. Я не знаю, но я вот подумал о том, что если наступил бы зомби-апокалипсис, то это, наверное, тот самый нож складной, который я хотел бы, чтобы оказался со мной в тот самый момент. Потому что размеры, рукоять, клинок, ну, это просто нож даже не экстремальных ситуаций. Это нож даже не выживания, это... нож каких-то сверх экстремальных ситуаций. Тут, ну, то есть просто монстр. Один из монстров, который еще и обладает хорошей заводской заточкой. То есть режет вот так вот тонкую бумагу, кассовый чек на весу, подбривает волосы. Ну, если вы коллекционер ножей, то я думаю, что такую вещь иметь прикольно в своей коллекции. Ну и на природе где-то так его раскрыть. Кстати, раскрывается очень легко. Сейчас попытаюсь показать, но не факт, что получится. Да, ну открывается легко. Клинок тяжелый, вылетает просто на ура. Пишите, что вы думаете. Думайте, что вы пишете. Я с вами был еще разок. Увидимся.